Вот одна резина, это вот вторая зимняя резина. Отъездил вот на этой вот резине 3 зимних сезона. Проблем не было. Ну, про шипы. Все, вылетают шипы. Шипы все на месте. Ну, вот один, вот второй шип вылетел, гнездо осталось. Это на задней приводной. Ну, мужики у меня как-то брали, решили проверить на переднюю приводную, прежде чем купить. Я ее хвалил. Гребет. В общем, ездишь зимой, как будто ты летом находишься, а не в зимнее время. Вот они себе поставили на переднюю приводную. В общем, отдали, сказали, что-то как-то вот в поворот что-то не то. Но это ихнее мнение. И разгон на большой скорости, в общем, что-то им не понравилось. Ладно, вот прежде чем купить на переднюю приводную, на эту калину, я решил уже такую не брать. Ну, хотелось ее взять, потому что проблем не было. И шума не было. И вот это была резина. Ну, отъездила тоже. На одной машине проехал, это на тройке, потом еще на одной, ну, в общем, заднеприводной машине было. Проблем тоже не было. Гребет по полной программе. Но единственное, что я хочу сказать, если она закапывается, ну, это, конечно, она вылазит все-таки, но проблемы какие-то. А это вот не закапывалось никогда. И когда я мыл эту вот резину, лил поток воды, и он вот таким образом, то есть сходился здесь в середине и уходил. А на этой вода просто шла и туда, и сюда. То есть и по снегу получается, что она как бы гребет вот так и проваливается вниз. А это как бы выходит вверх. И это мне вот резина лучше по снегу идет, чем вот это вот. Ну а так проблем не было никаких. Тоже отъездил очень много. А шипы как были, так и остались. Вроде наша российская. И это тоже начали делать в России. Тоже наша российская. Все, пока.